канале Иришка Мими. Ну что, мы идем за крысками. Мы приехали в парк Сокольники. Зашли, собственно, мы уже в самом парке. Нам осталось идти 9 минут до того места, где проходит выставка. Сначала я все поснимаю. Ну, как там проходит выставка, какие животные есть и вообще что там есть. И потом уже заберем крыс. Все увидите дальше во влоге. Так что наслаждайтесь просмотром. Смотрите, зацените мои брошки. Если кто не видел. Вот такие хорошие дела. Посмотрите, какая милашка. Мы уже на выставке. Вот и какие зайки. Вот смотри, такой вот. Красавчик. Ну, кстати, выставка, в принципе, нормальная. Я думала, будет поменьше. Думала, поменьше будет? Ну да. Пойдем дальше. Ой, всякие приколюхи. Это мы. Берешь такую вешалку? Тут даже вон чехольчики на паспорте есть с мышками. Не вижу. Ну вот они вот тут. Прикольные, кстати. Мы, блин, с пакетами приехали, с Андреем зашли в Adidas, накупили. А это точно чехол на паспорт? Ну, думаю, да, обложка на паспорт. Угу. Вы какие прикольные. Трогать-то, интересно, можно? Ну, они хотят. Игрушки тоже, вон, смотрите, с крыськами. Ребят, возможно, меня будет плохо слышно, но извините, тут шумно. А ты можешь добавить микрофон? Ну, да. Что-то какой-то прикольный не нашел. Так, ну я поснимаю, а потом мы уже второй раз пройдемся и посмотрим уже сами. Угу. Давай, пока поснимаем просто. Ой, красота какая. Вообще круто. Это татуировки? Мне понравилось. Ну, тоже чехольчики. Чехольчики, да. Пойдем дальше. Кумачки. Ой, всякие разные домики. Смотрите, ребят, тут можно приобрести. Мне кажется, мы что-нибудь докупим. Я пока вам просто это все покажу, сниму. А потом мы уже пройдемся по второму кругу для себя. Вот, смотрите, сколько тут людей со своими питомцами. Смотрите, какие зайки. Какие малышки, привет. Привет, малышня. Посмотри, какие маси. Такие радостные. Да, да, да. Что такое, что такое? Так, наверное, пойдем по кругу лучше. А то мы запутаемся. Кто тут у нас такой? А это кто, интересно? Фига, такие это белки дегу? А, дегу? Мне кажется, да. Такие черные белки дегу. Вот у нас такая же переносочка дома. Вообще. О, вы смотри, какой серенький. Его даже не видно. Вот эти путики какие. Вот еще. Такие серьезные вообще, да? Ага, да. Палец в рот не клади. Ой, мыша. Мышки тоже прикольные. Но у меня уже дома есть. Привет, привет, шустряга. Такие интересные расцветочки, да? Ага, такие красивые. Вообще шустрые, они быстрее. Да. Как белочки такие. Прикольно. Ой, смотри. Серенький сверху. Ага, ага. Такой даже серый, дымный. Вырастил дебус. Ну да, мы по кругу сейчас пройдем. Да. Только белый вообще. Белые дегу. Такие милашки. Это кто ты такой маленький? Это кто? Кто такие малыши? А что за маленькие мышки? Смотри, пытается сбежать, да. Такой, выпустите. Выпустите, да. Я выберусь отсюда. Так, там тоже белочки, тоже домики продают. Тут маленькие хомячки. Ой, там дальше кроли идут. Homo sapiens. Ой, смотрите, какие малышки. Привет. Они как песчанки шустрят. Песчанки? Ага. Да, песчанки, они шустрые. Кто это такой, ребят? Вы знаете? Похож на морскую. Нет, это же не морская свинка. Хвостик такой маленький. Карабаш. Я даже такого названия. Карабаш. А, который такой, как картики. О, ничего себе. Фига себе, огромный какой. Да. Больше крысы. Гигантский. Это вот крысочка. Ой, попить, конечно. Пойдем дальше, пройдем.
Это брошки всякие, украшения, может быть, сережечки. Прикольный камешки. Ну, пойдем дальше. Я потом еще посмотрю. Морская свинка. Полосатая. Ой, волосачек спит. Ага. Только вы меня не обижайте. Тут сестры такие. Ой, какая малышня. Какие зайцы. Ням-ням-ням-ням-ням. Вообще это открыто держит. Такое, куда нам? Ой, такие красивые вообще. Красавцы, этот серенький, вообще дымка. Ой, какие красные глаза. Вот это красотня. Ой, какой красивый заяц. Привет, привет. Красавчики, красавчики. Вообще красотня. А эти такие закрыты, наверное, выбегают. А это морские свинки? Ого, какие! Малыш. Ему 2,5 месяца всего. Ой, уже такой большой. Да, он такой маленький, такой большой. А это подростки. Ого! Он чего там, размером со свинью растает, что ли? Ого! Красавчик. Да. На ежиков похож. Да, да, да. Красота. Это просто вообще красивые. Вообще, такие серьезные. Первый раз таких вижу. Вообще, красавчики. Это маленькие мышки, что ли? Ну, эти вообще малюшки. Это мышки, ребят. Маленькие мыша. Ой-ой-ой-ой. Пойдем дальше. Ой, малышня. Ой, это ежики. Ага. Прям такие маленькие. Ой, это Рекс кудрявенький. Привет, привет, привет. И вот еще кудрявенький, смотри, какой большой. Большой, это вообще огромный. Привет. Ой, спит, я не заметила, вот сейчас. Такие маленькие, вот у нас гиви такой был. Угу. Такие спокойненькие. Кстати, это limited edition. Наверное. Наверное, куда-то здесь был. Да? Возможно. Какой цвет интересный. Ага. Такой прикольный. Это выбраться хочет. Так, давай пройдем еще. Ага. Тут. Это мистер Мигель. И Локи. Похож на Локи и Мигеля по цвету, ребят. Вам, наверное, не видно. Да, у тебя что-то блюр. Да, да, да. Короче, там по цвету похож на Локи и Мигеля. Пюре, что приготовлен, конечно. Малышня, крышня. Смотри, какой ты кудрявенький. Ну, ты какой красавчик. Да. Блин, ну, наверное, на видосе будет плохо видно из-за отражения. Привет, красотня. Привет, привет. Привет. Ой, ой, шустрый какой. Зацени тут пассажиры. Ой, да, такие малявки. Ой, малышня. Погнали дальше. Здравствуйте. О, Версалага. Там рыжий крыс вообще красавчик. Ой, я вижу, да. Давай мы сейчас дойдем до него. Давай сейчас зайдем. А, да не, вот тут смотри, красавчик. Такие цвет, большие, да. Бумажный наполнитель клевый. Один вырубился просто в отрубку. Да. Сразу поднялась. Вот им по кайфу. Такое ощущение, как будто они что-то перебрали. Успокоительного. Они всегда такие спокойные. Привет, малышня. Вообще красопета. Вот тут мочка, как у Локи. Погнали. Где рыженький? Вот рыженький. О, вот он красавец. Ну вот рыженькие нравятся еще крыски. Я снимаю. Рыжик-пыжик. Что за красавчик? Рыженький. Это Тоторо, точно. Тоторо. Красавец. Да. Ой, а там кто?
Съемочки. Все, пойдем. Ребята, знакомьтесь, это Люцифер и Рафаэль. Кто из них кто, я пока не знаю, потому что они на внешность абсолютно одинаковые. Посмотрим на их характер пару дней, и уже я определю, кто из них кто. Это кто такие мышки? Мышки-писунишки. Вот ты просто... Обкакались, конечно, я там за этот... Немножко жидковато, пока я их несла. Мы сейчас зашли в этот покушать, в Макдак. А потом поедем домой. Дома вам еще их сниму. Ты что за малышня такая, карапулькина? Что за карапульки такие вообще? Такие лоснистые, такие маленькие. Им 1.5 месяца. Они родились 26 апреля. Ну вот что такие бусики? Куда собрался? Туда нельзя. Ну все, теперь едем домой. Так, фольгу грызут, жопа. Все, все, я закрываю вас. Ну вот мы и дома. Смотрите, они обкакались прям жиденько. Слишком для них такой стресс. Переезд, мы плюс в метро ехали. Не на такси, а автобус, метро. Уйти, давайте возьмем одну крысню. Ой, такие маленькие. Им 1.5 годика, они... Переселяем в новую клеточку. Берем второго малыша. Ути-пути, ути. Крысня волосня. Посмотрите, что за красавчик. Все, с вами переселяем их вместе. Малышня, они два брата. Родились в один день. 26 апреля 2021 года. Вот им 1.5 годика. И что? Сейчас у них новый дом. Я их мамочка. Хозяйка сказала, что они по характеру совершенно разные и немножко пугливые. Ну, то есть к новым людям, понятное дело, не такие смелые, как Мигель. Вот. Ой, минеральный камушек погрызть надо. Вот, ну да, я бы сказала, они достаточно смелые. Ничего не пугались, там не убегали куда. Так что вроде нормально. Локи, когда был маленький, мы его взяли, он был более пугливый. Ой, ну что, что еще вам такого рассказать? Буду приручать их постепенно к рукам своим, носить их с собой в халатике, кигуруми. Положу какую-нибудь свою тряпочку сюда, ну там вещь. Чтобы они привыкали к моему запаху, разговаривать с ними буду, да, малышня? Кто из них будет Рафом, а кто Люцием, я пока не знаю, потому что они оба одинаковые, и я их пока не различаю. То есть должно пройти там хотя бы пару дней, чтобы я поняла, кто из них кто, и кому какое имя больше подходит. Ну, кто-то из них Рафаэль, а кто-то из них Люцифер, это точно. А, я хотела показать, что мы еще купили им. Так... Вот такой большой гамак, ну это уже в большую клетку повесить. Понятное дело, я постираю его. Лама, мне понравился рисунок ламы. Вот, там кармашек, и вообще он тут огромный. Я в этот повешу, и стирать удобно. Эти штучки буду снимать, когда стирать, понятное дело. Носочек взяла. Вот такой кармашек-носочек, чтобы им там было комфортно отдыхать. Расцветок много было разных там. Ну, вы видели, в принципе. И что еще? Это надо было зарегистрироваться на сайте каком-то, там Андрюха регался, и вот такую штучку нам бесплатно дали. Потом что еще? И я паки себе взяла. Вот такой пак, это наклеечки с крысками. И где-то тут с этой стороны. Вот с этой стороны. Вот такой пак. Это, кстати, пак моей подписчицы. Она сама их делает, это ее крыски. Так что вот, смотрите, как красиво я себе взяла тоже, пускай у меня будет. А это документы на крыс. И минеральный камушек положили, 3 грызунов. Вот, документики. Все, Андрюхи заехали, купили кроссовки Adidas в дисконт-центре. У него порвались, у него подошвы, вот такие кроссы ему взяли. 7500 стоили вроде как. Ну, я просто рассказываю, чтобы по пути еще взяли. Вроде бы все.
Будем приручать постепенно. С Мигелем я их сейчас знакомить не буду. Карантин должен 10 дней пройти. Плюс, вот еще такую штучку выиграли. Там лотерея была, 100 рублей платишь за лотерею, вытаскиваешь бумажку. Пожертвуешь фонд крыс. Да, вытаскиваешь бумажку, и там тебе какая-то приколюха. То ли значок, то ли ручка, то ли блокнотик, или там альбом. Ничего-нибудь такое. Вот мы выиграли значок. Вот такой я выбрала, свой домаза крыска. Как вам? Мне кажется, это вообще смешно. Так, вот. Что еще? С Мигелем пока мы не будем знакомить, карантин 10 дней, пока они будут жить в этой клеточке у меня. То есть, я еще думаю, надо как-то сюда угловой туалет соорудить, чтобы они мне по всей клетке не гадили. Чтобы приручались к угловому туалету. Ты руки помыла, потрогай их? Помыла. Ты просто засунь руку, пускай понюхают тебя. Да, резко хватать ничего не надо, пускай пока они запах изучают, голосу привыкают, к нам вообще, к новому помещению. Это все равно как бы стрессик. Ой, у них вон пузико по пятнышкам можно различить. Если что-то еще будет, добавлю. Пока